Разрешите, я представлю участников семинара. Прежде всего, вице-президент Всемирной Федерации Карате Кёкушинкай Шихан, обладатель 8-го дана черного пояса, чемпион мира Азиз Ашрафов. Моя просьба по жизни – быть мужчиной, потому что если Всевышний меня создал в этом облике, я должен соответствовать этому облику. На самом деле, да, мне очень сильно понравился мастер. Очень грамотный человек, очень сильный, настоящий мужчина. Поэтому, как только откроется эта школа, я бы вступил одним из первых в нее. То есть основу всякого успеха составляет на самом деле духовное знание. Вот я хотел бы посвятить несколько ваших минут именно конкретно этой теме. Здесь есть очень, люди, которые любят свою нацию, свой народ. Они хотят более развить здесь именно людей по подсознанию, по мышлению, по уму, и для того, чтобы они были физически и духовно здоровы. Вот именно с этой целью, как говоря, что мы здесь, чтобы занимать, показать, что человек может достичь того, что считает для себя невозможным.